Вопрос в том, что там, на Дальнем Востоке, сейчас наступает зима. Зима страшная, зима тяжелая. Мокрые дома. Их не просушить. Это нереально. Хотя МЧС везет тепловые пушки и низкий поклон людям, которые закупают, отправляют. Это невозможно. Вы сами прекрасно понимаете. Вспомните потопы в своих квартирах. А детские лагеря для детей, которые от 7 лет, они сейчас будут переполнены. Можно отдать приказ. И президент отдал приказ. На то он и президент. И это все понятно. А что ему делать? У него же аппарат. Он должен руководить. Но вопрос в том, что, дорогой Владимир Владимирович Путин, вы же должны понимать, что люди, которым вы отдаете приказ, вы не можете всем заниматься, понятно, единолично, они на самом деле пишут такое количество бумаг и ставят везде штампы, что на это время уйдет вот как раз вся зима. А нужно мобильно подняться и нужно дать возможность жилья. Дети при живых родителях находятся в лагерях, куда их эвакуировали. Они очень страдают. Родителям некуда их забрать, потому что нету домов. Сейчас нужно сосредоточиться государству на том, что срочным образом строить мобильно, может быть, закупать. Я не строитель, вы же понимаете, готовые дома. Тут сидят люди, которые пробивают проекты, разбираются в строительстве. Вот что необходимо.